Активность электората и наличие конкуренции у кандидатов в президенты стало показателем развития Казахстана. Этот факт не может не радовать. Такое мнение озвучил профессор Джорджтаунского университета Джейкоб Зен. Я думаю, что эта кампания была очень положительной и интересной. Было 7 кандидатов, и все участвовали в дебатах, чтобы все люди Казахстана могли понять их идеологию и сделать свой выбор. Дебаты стали очень важным событием для проведения честных демократических выборов.